Начнем мы тему доклада «Реактивное программирование в Kotlin». Собственно, RxJava для Kotlin. И будет немного показано Rx Kotlin, то есть они там биндинги, байдинги для RxJava под Kotlin. В общем, легенда, почему Kotlin, преимущество Kotlin, почему, собственно, реактивность, ну и basics и немного выше, чем Basics. В общем, почему Kotlin? На Android сложилась такая ситуация, что у нас в основном для старых платформ ниже 4.4 только Java 6. Только Java 6. И для новых платформ, начиная с Android 4.4, Java 7. Но с Java 8 только начиная с Android Nougat, то есть и выше. И Google по этому поводу никаких подвижек не делал, и только лямбды, и то с помощью тулчейна Jack, который на данный момент он устаревший. То вот Java 8 только на 5% рынка. Можем использовать Scala, но у Scala большой рантайм для Android и долгое время компиляции, дольше, чем у Kotlin, дольше, чем Java. Java is очень verbose, нам приходится писать много boilerplate, гетеры, сеттеры, но это решается при помощи или AutoValue, или проект Lambok, но они увеличивают размер пока файла, что не есть хорошо. Ну и Kotlin официальная поддержка с Android Studio 3.0, без всяких плагинов, как сейчас. Ну, собственно, преимущество Kotlin. Kotlin предоставляет базовые фичи функционального программирования, ну и, собственно, OOP, как в Java. В общем, первая часть функции высшего порядка мы можем передавать параметры и функции. Вот примерно как мы делаем. У нас есть класс, дата-класс. То есть тот же самый класс, но автоматически Kotlin генерит геттеры, инициатор в конструкторе, методы copy, equals, hashcode. Вот у нас мы создаем лист из класса employee, из всего salary. И потом в лямбде делаем map и прибавляем каждой salary employee плюс 2. В итоге мы потом этот лямбду передаем в метод subEmployeeSalaries и возвращаем результат всего вычисления. Data class. То есть мы, может быть var или val. То есть если мы сделаем val, то у нас будет он иммутабелен. И мы не сможем потом изменить его. Если же мы укажем их акварию, мы потом сможем изменить параметры, которые мы передали в его конструктор. Extension функции. Мы можем сделать примеси к любому классу, который есть уже или в стандартной SDK Android, или же в third-party библиотеках, или же в той же Java. Так мы можем к стрингу сделать extension, можем к дате. И вот, например, мы хотим сделать custom time zone формат. Мы к дате делаем примесь метод custom time zone формат. И в итоге потом, когда мы usage создаем instance date, и потом мы форматируем наше время и в такой формат, который мы хотим. И потом выводим в лог дату, которая получилась. И 100% интероп с Java. Можем
легко вызывать Java с Kotlin и Kotlin с Java без больших накладных расходов. Почему активность? У нас сложилось статус, что мы должны делать всю операцию с сетью и прочее в фоновом потоке, а показывать все результаты в UI нам. Для этого у нас есть, можем использовать async task, который не очень хорош, потому что если нам нужно показать прогресс, у нас все привязано к activity, и в случае, если activity умирает, у нас получаются всякие хорошие эффекты. Есть лоудеры, они основаны на async тасках, и они тоже по этой же причине не очень хороши. Можем использовать сервисы, и сервисы прокидывать на UI, но это тоже не очень хорошо. Ну и что нам остается? Нам остается только RxJava, которая позволяет очень все хорошо делать. Мы можем managed state, можем реализовать на RxJava state машину, которая будет легко менеджить наши стейты. Можем использовать дополнительно с RxJava, например, как кондактор, который помогает тоже использовать managed state. Легко работает с UI thread и background work благодаря скедулерам, и мы можем обсервить на Android MainThread все, когда мы хотим отправить данные на UI. Можем все асинхронно делать, можем так само, можем синхронно. Можем представить как observable любое действие юзера. Будто то input или даже user scroll. Basics Rx. Можем вот, в RxJava 2 добавили flowable, так как в первой Java не было, в RxJava не было поддержки backpressure в observable. То есть если для всех операций, которые zip, merge, concat, рекомендуется использовать flowable, так как у него поддержка backpressure есть. Вот, например, как мы создаем observable с листа в второй RxJava. Мы берем from iterable, передаем туда лист из интегеров, subscribe'имся на iOS скедулере. Он представляет из себя threadpool, который может разрастаться по мере необходимости. И мы сабскрайбимся и выводим лог, то, что мы получили. Вариант с RxKotlin мы из листа превращаем в observable и сабскрайбимся на скедулере и подписываемся subscribe by по RxKotlin. Методы on next, on error, on complete. Kotlin поддерживает named методы. И по next мы печатаем, по on error мы в текстрейт выводим, по incomplete печатаем, что да, все хорошо. Можем создавать observable from sequence, используется just. Можем just один элемент или больше, чем один элемент. Также во второй RxJava запретили эмитить нулы. То есть мы не можем делать observable just null, мы словим exception, что первый элемент null. Можем создавать из array, так само создается, как из array block. Можем создавать из callable. Мы можем передать from callable lambda и получить результат будет сумма всех employee salary.
Также RxJava предоставляет оператор фильтр. Мы можем отфильтровать из коллекции предикату элемента. Для RxKotlin мы также переводим list observable и потом применяем оператор фильтр. Операторы трансформирования. Мы можем использовать map, который трансформирует, применяется к каждому элементу и выводит, и получаем новый элемент. Flat map возвращает из одного, можно вернуть один observable или больше одного observable. Concat map работает также, но в отличие от FlatMap, он использует под капотом Concat, в отличие от FlatMap, который использует Merge. И FlatMap не гарантирует ордеринг при флаттеринге. Concat map гарантирует, что они будут с тем же ордерингом, который мы хотим. Ну и SwitchMap, он работает примерно так же, как ConcatMap, но он unsubscribe'ится, если нету больше данных. Ну и, собственно, марблы, которые больше марблов можем найти на RxMarbles. Вот разница между FlatMap, ConcatMap и SwitchMap. Также еще есть оператор zip. То есть мы можем взять два observable, их вместе склеить и получить результат. В итоге у нас будет в данном случае 1, 6, 12. Ну и немного выше basics. У нас есть разные скедулеры, при помощи которых мы можем подписываться, указывать, как нам подписывать наши потоки. У нас есть iOS скедулер, он основан на Threadpool, который может разрастаться по мере необходимости. Его рекомендуется использовать для любого I.O. То есть, будто у нас мы читаем с файловой системы, с базы данных или же какой-то network. Мы используем I.O. Computation мы используем для того, если нам нужно какой-то computational work, то есть нам нужно просуммировать много чисел и другие тяжелые операторы, мы используем computation. New thread, он создает новый thread для каждого unit of work. Single, он создает single-threaded scheduler. From мы можем указать, чтобы он можно создавался с экзекьютора. Добавили, переименовали второй рек Java из Composite Subscription, переименовали в Composite Disposable, так как сейчас все subscribe возвращают объекты Disposable, в отличие от объекта subscription, который был в первой режиме. Суть composite disposable в том, что мы можем использовать более одной disposable время. То есть мы можем во время, и у нас есть, допустим, MVP-архитектура, у нас в презентере мы создаем composite disposable и туда ложим все disposable, которые мы у нас есть. То есть мы, например, создали запрос в сеть, мы это disposable положили в composite disposable, и по detach view, например, когда мы уходим с этого экрана,
У нас мы вызываем composite disposable dispose. И у нас все чистится и все хорошо с памятью. Вот пример, как мы можем с composite disposable. Создаем сервер секвенса из Just, делаем суммируем, редюсом, subscribe на iOS scheduler и результаты выводим в лог. И потом, когда мы ушли из данного экрана, у нас вызывается dispose, все чистится. Таких операций с добавлением composite disposable может быть много. Рекомендуется все disposable, которые получают, ложить в composite disposable. Transformers. Мы можем трансформить upstream и downstream. У нас есть два вида трансформеров, в отличие от первой державы, где был только один observable transformer. У нас есть observable transformer, он используется для трансформинга observables. И flowable transformer, он используется для трансформинга flowables. Вот пример, как мы... Теперь мы хотим... делать subscribe на iOS трейде и обсервить на Android main трейде. Мы реализуем интерфейс observable transformer для observable и в apply подписываем наш upstream на upstream subscribe on и observe on. Для flowable аналогично. Так как flowable возвращает publisher, так как flowable React Java 2 реализует концепцию reactive стримов, в отличие от observable, который нам возвращает просто observable source. И потом мы через compose создаем метод apply schedulers, в нем мы возвращаем мы, например, new там simple flowable transformer buffer. Буфер позволяет нам взять сколько элементов с данной коллекции. Еще у буфера есть skip, то есть он skip, это сколько элементов скипать перед взятием из каждого буфера. Debounce очень полезный оператор. Например, нам нужно провалидировать какую-то форму. То есть нам нужно провалидировать input юзернейма. То есть юзер очень быстро кликает. Мы можем легко при помощи RxJava плюс RxBinding легко это все сделать. У нас есть для этого debounce, он принимает в себя количество времени и таймлимит. То есть мы за определенное количество времени смотрим, если за это время ничего не поменялось в данных, мы берем debounce. Вот. И у нас за 500 миллисекунд текст, то есть user натайпал, и мы смотрим, если он за 500 миллисекунд больше ничего не тайпал, мы берем этот объект. Если он его длина больше 5, мы выводим его в лог. Compose он как раз использует для compose трансформеров в observable. Вот пример, как мы делаем compose. Composing. Вот у нас есть sequence с just. Потом мы берем map filter transformer. Вот берем map и filter. И потом мы подписываемся на computation.
Subscribe on, Stimulus Computation. И потом выводим в результат все, что больше нуля. То есть у нас выведется в результат 3,5. С Rottl он работает примерно как debounce, но он делает тайм-аут перед тем, как совершать действие. Вот, например, я выражаю второй throttle first, throttle last, throttle this time out. Throttle this time out, он внутри использует the balance. Throttle first, он имитит первый элемент за тот период, который мы указали. То есть за 1 миллисекунду первый элемент, который у нас получился. Throttle last, он работает так само, но он имитит последний элемент. Throttle with timeout, он, как я уже говорил, он использует внутри себя the bounce. The thread computations мы можем отложить наши observable. Для этого у нас есть maybe, который возвращает результат или may, или ok, или error. Вот, например, у нас он перед примером мы создаем самый простой maybe. Defer мы можем отложить создание нашего observable до того момента, как на нее подпишется subscriber. Примерно так. У нас есть defer, у нас есть maybe just, добавили второй джай, и мы передаем maybe just, observable just. И так мы подписываемся на ее скедулере и вводим результат в консоль. У нас выведется в консоль 1, 2, 3, 4. Процессоры, они ранее назывались subject, они представляют из себя как и observable, так и subscriber. Есть behavior процессор и replay процессор. Replay процессор, он реплеит всем подписанным на процессор субскрайберам данные. Behavior процессор, он реплеит, он не реплеит, он получает все данные, которые были к нему пришли в next после того, как был subscribing. Так, пока что вопросы есть или нет вопросов? Меня слышно? Да. Я спрошу, вопросы есть какие-то? Просто хотел еще показать, например, примерное такое какое-то приложение, что небольшое. Конечно, все на мюте, такое впечатление. Похоже, вопросов нету. Ну, тогда я покажу сейчас пару секунд небольшое приложение. Так, сейчас. Пару минут.
вот небольшое приложение, которое показывает текст, небольшой список приложений, и мы можем сделать, например, у нас есть оператор take, он берет первые три элемента из коллекции, и потом мы их показываем на экране. Вот take. Мы взяли только первые три элемента наших приложений. Есть у нас skip. Он скипает три количество айтемов, которые мы указали из коллекции. То есть только факты, которые мы просто скипаем три и показываем их все остальные в списке. И есть еще skip по интервалу, мы указываем время и сколько там time unit, то есть 3 секунды, 3 миллисекунды, сколько мы скипаем. То есть, например, 3 секунды скипаем, и за 3 секунды мы все проскипаем. Throttle first, например, вот. Как работает throttle first у нас. И все. Мы получили только первый элемент Skype приложения. Показали его throttle last. Ничего не вернуло. Throttle is timeout нам вернул одно приложение. И defer нам вернул весь список приложений. Ну, у меня все, вопросы есть.